Иди сюда, Даша. Маша, ты нам нужна. Зачем я? И поддержка для нас. Ты... Даша. Стой. Всем здорово, ребята. И сегодня мы снимаем типы людей. Нет, типы учеников в школе. Ставьте лайкусы. Лайкусы? Подписывайтесь. Лайкосы, а не лайкусы. И у меня лайкусы. Короче, просто смотрите и наслаждайтесь. Давайте. Итак, как вчера я вам говорила, то что надо подготовиться к вопросам, которые я буду сегодня вам задавать. Итак, первый вопрос. Чему равно число пи? Можно я? Можно я? Итак, Даша, 5 по-английскому и по-русскому. Yes! Маша 50 рублей мне сдала, значит, домашку я сделаю по русскому, по литературе. Илье я написала уже домашку, должен мне сдать деньги. Настя, деньги дала, я тебе сделала домашку по алгебре. Вообще неблагодарна. Настя, ты что, совсем офигевшая курить на уроке? Ну вы сами попробуйте. Дала сюда. Я же говорила, вам понравится. Нет, мы не пропагандируем никакие наркотики. Наркотики — это плохо. Шевченко, к доске. Да пошла ты. Настя. Настя. Чё, глухая или чё? Можно выйти в туалет? Можно. Можно выйти в туалет? Да что ты там делаешь в своем туалете? Вам сказать, что я там делаю? Настя, свой ток на улицу будешь снимать, но не на уроке. Лана, откуда у тебя ребенок? 6 месяцев назад родила, а ты что? А кто отец? А, да так, ты его не знаешь. А сколько ему лет? 48. Я люблю постарше. Алина, Алина, у тебя в трусах малина. Васька, Васька, ты полная басрачка. Блин, я вообще такая красотка в школе. Вообще все такие уродки, прищавые. Я одна такая все красивая. Блин, вообще. Что там телефон? Это что, прищик? Марина Ивановна, Марина Ивановна, у меня очень уважительная причина, по которой должна сейчас уйти из школы. У меня прыщ. И чё? Через плечо, не горячо. Милана, что такое прилагательное? Милан. Ой, понятно, мозги дома забыла. Марина Ивановна, можете меня отпустить домой? Я заболела, у меня температура 38,9. Отпустите домой. В общем, на этом все. Я думаю, вам понравился этот замечательный скетч. Типы людей в классе, учеников. В общем, все поняли? У нас самое лучшее настроение, да? Да? Да. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На колокольчик там. Комментарии можете написать, что вы хотите видеть. И написать, какой тип вы.